Все пути прописаны заранее, понимаете? И в этом фатализм судьбы. Вот у бизнесмена это единственная субстанция, у которого нету прописанного пути. Потому что бизнес это инородная субстанция. Она никогда не была на земле. То есть это проект. Нам кажется, что бизнес это естественное состояние, мы в нем живем, как бы вокруг там продаются гаджеты, там все. На самом деле, еще 200 лет назад никакого бизнеса не существовало в природе, понимаете? И человечество 250 миллионов лет жило без всякого бизнеса, и было все очень-очень хорошо вроде как у людей. Человек может выйти из этой системы. Но тогда ему придется стать бизнесменом. А у бизнесмена это то, у кого не прописано будущее. У него его нет. Потому что бизнес это зарабатывание деньги, а денег от денег и предполагают, что можно делать что? Ну, все что угодно. По сути своей, что мы видим, да? Что бизнес это какая-то странная субстанция. Очень странно. По сути своей, это машина реализации желаний. То есть у человека есть машина желаний, да, его родовая концепция, а вот есть машина реализации желаний. Это бизнес. Но устроены они абсолютно что? Идентично. То есть бизнес это просто вынесенная машина желаний как бы из памяти вот наружу, сюда. И созданная человеком, воссозданная по чертежам собственной родовой концепции. Вы обратите внимание на простые вещи. Очень простые. Если взять семью, ну человеческую, да, то очень часто получается так, что у человека его семья повторяет его предыдущую семью, где он родился. Если у него бизнес, он окружает себя такими же людьми, которые, как бы, в общем-то, свойственны его родовой концепции. То есть, по сути своей, бизнес – это машина, реализующая желание. То есть, это то, что компенсирует машину желаний, как бы, в памяти человека. Это компенсатор. Но у этого компенсатора нету прописанного будущего. То есть машина желаний и архетипологический ряд бизнес вне архетипа. Вне прописанного будущего. Почему они себя так и называют свободными предпринимателями? Да? То есть, потому что, в общем-то, при наличии денег как бы, можно делать все, что угодно. Любое будущее себе строить, какое ты захочешь. Во всех остальных случаях ваше будущее строго предопределено, и вы не можете никак это будущее изменить, никаким способом.